Сегодня выступала ваша группа на этом таком знаковом мероприятии в центре Берлина, прямо в Сенате, в центральном зале Сената. Бургомистр, мэр города, был тоже среди зрителей. Вы сейчас долго общаетесь, а о чем общаетесь с мэром Берлина? Во-первых, я поблагодарила мэра, и в лице мэра, наверное, поблагодарила всю Германию за ту помощь, которую они предоставляют нашим беженцам, нашим беженкам, нашим украинцам. Потому что то, что всюду висят наши флаги, то, что всюду, это уже моральная поддержка в первую очередь, но то, что делают эти люди тут и сегодня, это, конечно, совсем другая история, совсем другая поддержка, без которой наши люди просто не могли бы тут как-нибудь жить и найти место под солнцем. Расскажи пару слов о вашей группе. Сколько лет существует ваша группа? Мы поем уже 17 лет. Мы поем 17 лет прекрасных, чудесных выступлений по всей Германии. По всей Германии мы пели всюду-всюду. И Европе тоже. Да. И выступали за границей, где только. Мы всюду несли нашу украинскую культуру, наши украинские песни. Представляли себя, кто такие, кто мы такие украинцы, что мы поем, как говорим. Немцам было всегда интересно, и праздники были по всей Германии чудесные. Но сегодня праздник особенный. Хотя мы и поем украинские народные песни, но поем со слезами на глазах.